Всем большой привет! Сразу скажу, да, что цены во всем этом видео будут за одну единицу, то есть за одну штуку. Если говорить о том, сколько мы тратим на еду, тоже бывали такие вопросы, честно, я не знаю. Когда-то получается больше, когда-то получается меньше, но в среднем в магазин мы едем где-то 1-2 раза в неделю. То есть скорее один, но иногда все-таки что-то не хватает, чего-то не хватает, и мы ездим 2 раза. Ну, иногда, конечно, мы куда-то забегаем просто в обычный небольшой магазинчик, там, не знаю, ну, хотя в последнее время это становится очень большой редкостью, потому что даже обычный хлеб мы сейчас не едим, если это хлеб, то на цельном зерне. Первый раз за огромное количество времени я купила у них вот этот вот пакет целлофановый. Ну, просто трата денег, 2,5 рубля за один пакет, ну, как бы зачем? Я вот купила когда-то вот эти сумочки, кстати, у нас их, по-моему, 3, вообще всего было гораздо больше, но туда-сюда, то родителям, то друзьям, в общем, что-то как-то раздали. На такие вот мелкие вещи, которые как бы не замечаешь, я не очень люблю тратить деньги. Я их лучше потрачу на огромный стейк семги дорогой или красную икру, ну честно. У каждого свои приоритеты, поэтому да. Я стараюсь пакеты лишний раз не покупать, уже несколько раз, кстати, вот эти сумочки уже сама подшивала нитками мулине, вот так вот, большой иглой, нитки мулине, прям вообще прям супер классно держит. Сегодня, кстати, даже пару трусиков себе новых купила. У меня закончились ватные палочки. Я, кстати, хотела купить глобусовские, там были чуть подешевле, но я решила, что все-таки не буду изменять своему. Я все время беру вот это вот, я сама беру все время по 2-3 штуки, и их мне хватает, не знаю, тоже, наверное, на год. Ватные палочки пользуются вот такой большой популярностью. Опять же, покупала много, и вот только-только они у меня закончились, и я такая, я просто достаю последнюю ватную палочку, такая, а у меня больше нет, у меня такой шок был, потому что, ну, действительно, очень-очень давно не покупала. Так, взяла очень много творога, потому что я вообще, в принципе, вот этот вот весь вся вот эта покупка, она была очень правильная, так скажем, то есть, ну, независимо от того, что здесь же лежат шоколадки для Софии и Саши. Меня очень часто спрашивают, чем же питается моя дочка, потому что у меня привычка просто говорить, типа, я купила себе творог. На самом деле творог я покупаю и Софии, и себе. Саша у нас творог не ест, он пьет в основном кефир, так что если я покупаю кефир, то его тоже пьет, например, Саша. Я Сашке готовлю супы. Я вот сегодня взяла ему шоколадку для брауни, мы вместе с вами будем тоже делать брауни. Просто дело в том, что я это не ем, и я все-таки хочу как-то моих девочек, которые со мной, моих мамочек, зрителей, которые действительно хотят, ну, я думаю, что, смотря меня, хотят быть красивее, здоровее. Во-первых, я не сильно горю желанием показывать вам что-то жирное и совершенно неэффективное в плане улучшения себя вообще в целом и своей жизни, да, качества своей жизни. Во-вторых, я просто не имею возможности снимать вообще всю свою жизнь, потому что я и так очень-очень много снимаю. Ест он у меня и солянки, и борщи, и всякие жареные картошки, и пюре. Все это готовится вечером, когда я уже такая, мне хочется отдохнуть, и для меня вот этот процесс готовки, это такой релакс. Даже вот я вам говорила как-то, что я даже чищу креветки с огромным удовольствием, занята, я поглощена, то есть у меня весь процесс, у меня весь мозг в этом процессе, поэтому, да, я очень стараюсь вам все-таки побольше снимать именно такие ПП-рецепты, я очень надеюсь, что вы все-таки меня в этом деле поддерживаете. Если я покупаю себе лосось, то Соня тоже его ест. Если я делаю себе что-то на гриле, то Соня тоже, скорее всего, это ест, если не в садике. Потому что очень часто, конечно, бывает, что она в садике, и мне просто не приходится так много ей готовить. Вот, собственно, все очень даже просто. Я взяла себе вот такой творог валио, я в прошлый раз его брала, я вам показывала. В этот раз взяла 3 штуки, он очень вкусный, он безумно удобный. И вот так удобно есть, вы можете туда добавить орешки. Вот у меня... Я вам недавно показывала вот эти вот, блин, девчонки, я вам так советую их купить. Это фисташки с Е-витаминс, они мне приехали. Это уже чищенные фисташки, которые просто необыкновенно вкусные. Не пересоленые, и они, блин, какие они классные. И вот их я тоже, бывает, добавляю, прям буквально несколько штучек, много нельзя, потому что все-таки орехи это очень-очень жирно. Добавляю вот сюда, вот могу, у меня здесь яблочки, вот еще, ну просто вот такие вот вещи у меня есть всегда. Если мне заканчиваются, кстати, я могу сходить в ту же самую, не знаю, там, пятерочку, дик, или что у нас там, а так вот рядом. Такое вот молочное сияние, творог 0%, я вам уже показывала, он такой большой, и он действительно тоже оказался вкусным. В принципе, по большому счету это вообще одинаково, и по вкусу это тоже одинаково. Просто вот эта вот большая упаковка, вот эта маленькая, удобнее есть все-таки маленькую. Опять же, если посмотреть по, ну, состав понятно, да, по пищевой ценности, в 100 граммах здесь белков 10,2, здесь у нас 180 граммов, то есть 20 граммов белка, в принципе, за один прием пищи я больше 22 примерно не ем. Ну, то есть смысла в этом нет никакого. Мы едим вместе с творогом орешки, то в орехах тоже какой-то белок содержится. Если брать вот такую вот банку, то его как-то на 2 раза нужно, и это не всегда удобно. То есть, если я понимаю, что я, ну вот такой у меня сегодня молочный творожный день, то я, конечно, могу его открыть, покушать, потом, например, доесть его, да, в этот же день. Поэтому мне, конечно, удобнее покупать маленькие баночки, но за счет того, что вот этот просто получается, ну, так гораздо дешевле, и при этом он действительно тоже очень вкусный и хороший, мне понравился, то я тоже могу его так посоветовать. И 2 творога у меня в Светлогорье, 2%, он вкусный, он правда вкусный. Беру с собой чайную ложку и вот такой вот творог. Просто мега удобно, это гораздо более сытно, так скажем, да, и белково насыщенно, чем те же самые кефиры, потому что в кефире, вот даже вот посмотреть, да, 0,1%, здесь вот 1%, здесь жира 1, белка 3 и углеводов 4, то есть все-таки кефиры, они более углеводонасыщенные, так как у меня все-таки довольно такой, очень такой скромненький, углеводисто-скромненький такой рацион, но они у меня тоже присутствуют в правильном, хорошем количестве, то есть все прекрасно, все хорошо, мой организм не голодает. С творогом все, взяла сливочное масло из Вологды, вообще первый раз вот такой беру, я обычно вологодское беру другое, но вот это было по акции, поэтому взяла его. И мы вообще-то сливочное масло никогда не едим, не добавляем его в кашу. Я решила сделать Саше брауни, поэтому я, соответственно, взяла сливочное масло. Я брауни есть не буду, потому что я туда добавлю настоящий сахар, не сахарозаменитель, я добавлю туда настоящий шоколад молочный с сахаром, жирный. Путь мне сюда точно заказан, да и как-то, честно говоря, и не хочется, когда ты особенно видишь какие-то результаты. Я взяла вот такие вот 2 Альпенгольд, вообще, да, вы можете добавлять, например, там какой-то горький шоколад, говорят, что типа он там полезнее как-то, но я сейчас не ем ни тот, ни другой. Саше нравится больше именно молочный шоколад. На молочном шоколаде он, конечно, получается брауни такой, ну, совсем нежный, прям вот нежность-нежность такая получается. София купила такие ледниц печенки раньше, когда-то сама их очень любила, могла умять за один раз всю вот эту вот упаковку. Вообще, если вы сладкоежка, если вы все-таки хотите избавиться от этой привычки сладкой, не покупайте эти печенки, вот именно вот эти печенюшки, с мыслью о том, что типа съем парочку и не буду. Это невозможно. Это наркоманские печенья, потому что, как бы, я не знаю, что они туда добавили, но, в общем-то, если вы съедите одну, потом посмотрите, упаковка уже пустая. Так что лучше не надо, лучше я вам не советую. Ну, в общем-то, я Сонечки взяла и ни одной штучки пробовать не планирую. Вот такой воздушный зефир я раньше все время брала ей, когда мы, ну, бывали где-то в кораблике или в детском мире. И Соня вместе с Сашей, в общем, кто первый урвет, я взяла вот такие вот Несквик, 2 штучки. И скорее Сонечки, ну, может быть, Сашка одну тоже возьмет, вот такие вот мелкивые. Я помню, когда я была маленькая, я мелкивой просто обожала. Я вам уже показала. Это кефир. Вообще-то я хотела его взять с собой сейчас, пока я буду ехать от Глобуса, потому что ехать примерно минут 20 до нашего дома от Глобуса. И, в общем, я забыла его в пакете, в багажнике, и мне было так лень останавливаться и его забирать, поэтому я просто притащила его домой. Вот такая вот осиневская ферма, кефир 1%, очень-очень мне нравится. Это не термостатный кефир, термостатный самый мой любимый, это Б.Ю. Александров, по-моему, 3,2%, 1% я увидела то ли в Окей, то ли в Метро. Есть еще очень классный кефир такой в таких стаканчиках, типа как из-под кофе, знаете, очень удобно брать с собой. Когда вот мы ездили в Белоруссию, я вам рассказывала, показывала, что я брала этот кефир с собой, был там 3,2, и в Метро продается 1. Это действительно очень-очень-очень вкусный кефир, и даже если 1% его возьмете, вы нисколечко не пожалеете. Конечно, цена у этого кефира, ну, мне кажется, за счет упаковки просто чуть выше, чем у обычного, но он, правда, очень вкусный, и он безумно удобно его брать с собой куда-то, ну, потому что вот это вот вы пьешь себе спокойненько, как капучино там какой-то. Дальше у меня здесь мой любимый хлеб вот такой вот, я все-таки, я остановлюсь на нем, я, конечно, брала вот эти вот все типа хлебцев там каких-то там с картошкой, там с луком, еще там с чем-то, ну, вот не идет, ну, вот правда не идет. У Сашки как-то, я вам честно скажу, Сашке вообще пофиг. Меня вот тоже иногда спрашивают, почему ты там себе покупаешь, ему не покупаешь, как бы я не такой человек, который будет вместо кого-то что-то сам что-то там придумывать, брать. Я как бы спросила, ты будешь? Нет, я не буду. Окей, хорошо. Он как бы, он мальчик взрослый, он сам себе может взять то, что ему нравится. Просто к этому относится, к тому, что я ему приготовлю. Я ему, конечно, спрашиваю, что ты хочешь? Он такой, ну, не знаю, ну, приготовь что-нибудь. И я, собственно, там ему готовлю. Беру и свинину, беру и курицу, беру, он любит очень бедрышки. А насчет того, что у меня лежат сердечки, я не знаю теперь, куда их девать, я хочу их, не знаю, может быть, котику как-то перетереть. сердечки куриные, я их, например, обожаю, но я не могу их есть, потому что они очень жирные мне просто сейчас, ну как-то мне вот не хочется мне их. Саша не ест вообще никакие потроха, ни в каком виде вообще, вот ничьи, вот совсем. То есть никакие сердечки, никакие печени, никакие хрящики, никакие уши не ест. Ни в каком виде. Если ему готовлю мясо, то это чистое мясо, и в последнее время он даже говорит, не надо мне с костями. Но как бы это его дело, я это принимаю, я готовлю, и, в общем-то, все счастливы, все довольны. Во всем остальном, вот я ему говорю, типа, давай вот такой хлеб есть, потому что он, типа, полезнее, чем обычно. Он такой, ну, давай. Мне вот очень нравится его новая привычка, это то, что вот даже вот здесь вот сейчас, как раз у нас закончился... Геркулес, овсяная каша, он стал по утрам есть овсяную кашу вместо этих сосисок. У нас нету в холодильнике теперь колбасы, сосисок и, в общем-то, всякого такого. Я безумно рада вообще, что он выработал в себе эту привычку. Во-первых, это хорошо для его здоровья. И для меня гораздо тяжелее было отказаться от колбасы, нежели, например, от каких-то конфет, шоколадок или там мороженых. Поэтому, не видя колбасные изделия в своем холодильнике, я, конечно, вздохнула тоже с облегчением, потому что сейчас нету вообще совершенно никаких соблазнов у меня дома, к чему бы я вот могла вот так вот с таким вот трепетом. Сейчас вот там на заднем плане, вы, наверное, видите, вот где-то там стоит трава. У нас теперь дома целая плантация, вот с этой стороны тоже, тут вот 4 баночки стоит кошачьей травы. В общем-то, мы стали выращивать, потому что он очень хорошо ее ест. Я взяла вот такой овес для проращивания. Я вообще стараюсь в маленькие баночки, в такие просто беру маленькие баночки рассаживаю, чтобы было удобно. Просто поставил, он сгрыз, все это дело выбросил, заново там землюшку насыпал, сделал, в общем, она снова выросла. Это будет гораздо удобнее, чем если, например, какие-то вот действительно такие большие разводить, потом это все вытаскивать, это неудобно. Если ему отрезать эту траву, сразу давать, он ее не ест, ему нравится именно из горшочка это делать, но, в общем, это его право. В общем, у нас такая, не знаю, демократичная во всех отношениях семья, даже, собственно, к коту. Такая вот пшеница для проращивания тоже. Это, кстати, у нас продавалось в отделе со здоровым питанием. Мне папа сказал, что в хозяйственных, ну не в хозяйственных, а вот типа в строительных можно сразу большие пакеты брать, но просто я пока там не проходила, это туда пока не заезжала, а все-таки выращивать уже хочется так потихонечку, постепенно. Взяла себе такие носочки, 35-37, вот такие вот. Ну, обычные черные носочки, вообще-то я раньше покупала эти, такие коротенькие. Я раньше покупала Adidas, но они что-то дорожают, и, честно говоря, качество у них в последнее время меня совершенно не устраивает. Я когда последний раз ходила, я взяла себе рибок, которые стоили чуть подороже, а адидасы, которые вот у меня всегда были, ну, такие миленькие, хорошие носочки. Адидасы, которые я обычно брала, они остались по той же цене, но они, мне кажется, стали просто в 2 раза тоньше, серьезно. Меня вообще не устроило их качество, поэтому я не знаю, наверное, просто не буду их покупать. Я взяла себе такие трусишки. Попа у меня большая, поэтому я всегда беру 46-й размер. Даже когда я была вот с талией 58 сантиметров, я все время носила М-ку, то есть я даже не представляла, как это вот S-ка, XS-ка, уж тем более трусики такие маленькие. Вообще очень странно, что сейчас творится с размерами, вот это вот они, где начинается, ну как бы вот где плечо заканчивается, то есть у меня вот оно чуть-чуть побольше даже, то есть этой водолазки чуть не хватает, очень короткие рукава, при этом при всем это размер L. Когда я была именно вот таких небольших, ну небольшой такой комплекции, ну еще это было до беременности, я даже когда покупала одежду XS, она мне иногда была великовата. Сейчас с течением времени почему-то размеры очень сильно как-то поменялись, и это нормально, когда, например, ты берешь, ну, как бы у тебя плечи 38 сантиметров от плеча до плеча, а ты берешь себе L-ку, и она все равно меньше. И я, честно говоря, задаюсь вопросом, а люди, которые больше, даже не то, что там толстые какие-то, да, а просто комплекции больше. У всех у нас разное строение тела, разное, в конце концов, не знаю, вес костей, вот тоже меня тоже спрашивают, типа, вот, ты там не можешь так плохо выглядеть, там, с таким-то, таким-то весом. Ну, у меня косточки очень тонкие, и, в общем-то, ну, вот я сама просто, я очень такая очень вся такая изящная, маленькая. Когда я начинаю толстеть, у меня вот это вот все просто, вот этот жир, как у шарпеи, начинает висеть. Ну, как бы, но это действительно так. Вот это вот постоянное стремление каждого под одну гребенку загрести, это, конечно, ну, не есть хорошо. И вот действительно, как бы, даже когда я не очень больших размеров, попа у меня, ну, как бы, такая, не маленькая. Поэтому, собственно, ну, вот сейчас 46. Скорее всего, когда похудею, буду 44. Брать меньше у меня не было никогда. Я взяла черненькие, они сзади очень красивые, смотрите, какая прелесть. Вот, они как, ну, не стринги сделаны, а вот, типа, как, ну, в общем, такие тут кружавчики. В Глобусе продаются вообще прикольно, не знаю, я прям как увидела, думаю, вот это мне надо. И мне очень понравились такие вот, это у нас, вот, элька как раз, вот я вам сейчас покажу. На глаз, конечно, беру, я, ну, там такие вещи, как бы, мерить-то и нельзя. И вообще очень странно, что сейчас в магазинах появились размеры там 6XL, там 10XL. Зачем это нужно, я вообще не понимаю. Ну, то есть это вот такие вот труселя, которые, ну, вы видите, да, что вот они на меня прям. То есть чуть-чуть в растяг, я не люблю, когда что-то куда-то там втирается еще, это дико неудобно. Мне очень понравился цвет. Вот, смотрите, какой бордовый, мне вообще в последнее время очень нравится. Вот он как раз Геркулес. У нас сегодня вообще прям получается такая болталка прям. Покупки еды и болталка. Я уже разговариваю, тут я прям смотрю на время, ого-го, я уже кушать хочу. Геркулес обычный, традиционный. Раньше я там что-то придумывала. Покупала себе все время этот For Life, там Геркулес, еще там какие-то смесь там злаковых был. А потом я думаю, блин, обычный самый Геркулес, он вообще, по-моему, самый полезный. Ну вот что придумывать? Две вот такие вот, больше всего мне понравились, такие Аура, они большие, потому что вот я показывала вам, это антибактериальные салфетки, я их все время ношу с собой в сумочке, если, например, особенно с Сонечкой, в магазине, либо иду там в общественный туалет вместе с ней, в общем, все время пользуемся вот такими вот салфеточками в общественных местах. Очень хорошие. Все остальные, которые я вам показывала, брала, они маленькие оказались. Там, конечно, более маленькая удобная упаковочка, и, конечно, она помещается в любую сумочку, но вот эти вот мне понравились очень именно размером самой салфетки, очень удобно. Салфеточки купила, если вот так вот под сопли, которые у нас бывают, новые какие-то появились, вот видите, они огромные. Купила специально в розовой упаковке, чтобы стояли в Сониной комнате и особо не выделялись. Двухслойные такие салфетки, здесь что-то как-то много штук, здесь 300 штук. Ну, короче, их должно хватить прям намного-намного, если так сопельки вытереть, руки вытереть, не знаю, что-нибудь прольет, уронит, но это ребенок, это вы понимаете. Так, еще одни носочки взяла, такие вот с антискользилкой, кстати, ну не антискользилка, у нее вот здесь вот, чтобы они не соскальзывали с ноги. Это вот я себе взяла, размер 36-37, типа скоро весна, ну вы понимаете, да, уже настроение такое весеннее, не всегда хочется, чтобы вылезали носочки из-под обуви. Я взяла много тунца, я, кстати, вчера съела аж 2 упаковки тунца, 2 упаковки за один день, это бывает довольно редко вообще-то у меня. Вот, но я просто обожаю, я его просто обожаю, серьезно. Я делаю просто, вот там айсберг я тоже вела, айсберг руккола, помидорки черри, буквально несколько штучек. И вот такой вот тунец, это просто вот океански вкусно и очень-очень полезно, потому что в тунце очень много белка. Здесь 6 штук я взяла вот таких вот. Это именно рубленый в собственном соку, уже рубленый, то есть его просто вывалил и уже можно есть. Был тоже по акции, поэтому взяла. Если бы не был по акции, взяла бы побольше вот таких вот, но я сейчас тоже его покажу. Здесь у нас 185 грамм, и здесь, конечно, довольно много водички. Эту водичку можно, кстати, не сливать, она тоже очень вкусная. Я бы, конечно, не сказала, что ее прям супер много, но все-таки вот она такая, он такой прям жиденький получается. Здесь белков 19,9. То есть, получается, вы съедаете всю вот эту вот упаковочку и получаете просто идеальное количество белков, если у вас, например, в салате ничего белкового толком, ничего, ну, такого нету. То есть я к вот этой вот упаковочке я уже не добавляю яйцо, например, там белок яйца или там какие-то орешки, то есть я просто съедаю, это очень вкусно. Ничего не солю, потому что здесь уже соль есть. Не всегда, конечно, то есть я не говорю, что это прям все время надо питаться этим тунцом, конечно, понятно, что это консервы, некоторые их вообще не едят. Почему-то некоторые думают, что они вредные, нет, они не вредные. Взяла вот такой вот тунец, тоже натуральный, без масла, масло ничего не берите, потому что проще добавить свое масло, когда ты знаешь, что это за масло, и что ты действительно купил полезное масло, чем не пойми, в каком количестве есть это в тунце. Вот такой вот тунец, тоже натуральный, в собственном соку. Здесь у нас 170 грамм, чуть-чуть подешевле, ну, 185, но опять же, это вот я считаю вода. Здесь воды чуть поменьше, здесь 170 грамм. Соня тоже это ест. Тоже у меня, я делаю салаты, и мы в общем-то, вместе с Соней меридиан вот таких вот щупальца кальмара. Там у них есть еще осьминоги дороже. Ну, как бы смысла нет, потому что что по вкусу, мне кажется, они вообще одинаковые. Это в таком рассольчике тоже, в маринаде. Здесь тоже они прям такие белково насыщенные. Белков 8, жиров 1,5, углеводов 1. То есть на 100 грамм. Здесь 430 грамм, в среднем где-то вот пол упаковки. Ну вот как раз 8, 8, 16. Там плюс еще я добавляю, вот в такие салаты уже добавляю яичный белок. У меня всегда в холодильнике есть вареные яйца. Я не делаю никакие глазуньи, никакие, там, не знаю, яичницы, никакие омлеты я себе не делаю. Иногда делаю их Саше, но, ну вот, собственно, для этого нам и нужны не вареные яйца. Все остальное я варю прям вкрутую, и мне от них нужен чистый белок. А, вот, я 4 их взяла. Здесь 3, вот 4. 2 айсберга взяла, дмитровские овощи. Понравилось, прям хороший, хрустящий, классный, свежий. Стоит дешевле, чем прошлый, который я брала. И, в общем, мне уже, он уже мытый, он уже все, короче, его просто открыл и съел. Куриную грудку. Просто много и белково. Не ем всякие вот эти вот бедрышки сейчас, это на данном этапе, потому что у меня сейчас идет именно такой процесс похудения. То есть когда я все-таки дойду, вот уже буду приближаться к тому, что я, собственно, хочу иметь, я, конечно, буду уже внедрять, это вы все увидите. Ну, а, в общем-то, почему вот я тоже говорю, что, типа, я не ем там бедрышки всякие, еще там что-то, типа, они жирные, мя-мя-мя. Короче, все это понятно. Я вместо вот этого всего лучше возьму себе огромный пласт красной рыбы. Она жирная, в ней очень правильные жиры, и это вообще одна из самых-самых-самых полезных рыб. Он мне нужен не только для того, что, ну, как бы, я половину его засолю, а половину сделаю из него, ну, либо запеку, либо сделаю в гриле. Естественно, долго он не лежит, поэтому я его, собственно, засаливаю. Засаливаю я очень просто. Половину, это будет вот здесь у меня килограмм 358 грамм, то есть примерно где-то 700 грамм, 650-700 грамм я возьму от этого кусочка. И на этот кусочек прям возьму чайную ложку с маленькой небольшой, ну, с маленькой небольшой горкой, вы меня поняли, да? Прям постепенно вот так вот всыплю на весь этот, то есть положу я его в отдельную тару, чуть-чуть посыплю вот так вот этой самой чайной ложкой соли, накрою крышкой, то есть равномерно посыплю солью, накрою крышкой и поставлю в холодильник на примерно 2 дня. Все, я больше вообще ничего не делаю. Получается классная малосольная рыбка без привкуса сахара. Я делала раньше с сахаром, но мне не нравился этот привкус, вот этот вот чуть-чуть сладковатый. Я для себя вот выделила именно такой рецепт. То есть если вам нравится побольше соленого, то побольше соленого. У меня, опять же, скажу, что долго соленая рыба у меня не лежит, потому что я делаю не только для себя, потому что вкусно получается, очень вкусно получается. И на бутербродике, на мой любимый хлеб, просто вот такенский. Если вы сидите на ПП, если у вас есть какие-то интересные рецепты, если вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я вас очень люблю, уже завтра будет новое видео. Так что давайте вместе с вами быть здоровыми, красивыми, стройными и уже готовиться к лету, потому что оно вот-вот уже скоро настанет. Всех целую, обнимаю, пока-пока!